Всем привет! Хочу сегодня представить вам часы «Восток Амфибия» в 90-м корпусе. Это модель с шифром 090-659, синий циферблат. Есть такая же модель с черным циферблатом. Это 090-660. Модель с черным циферблатом я подарил своему товарищу. Он посадил их на черный ремень «Хирш» с красной нашивкой. Очень смотрится эффективно. Вот. Я себе взял синие часы. Сразу же их отправил к своему товарищу на обновление светомассы. В принципе, я думаю, даже со стандартной светомассой эти часы очень смотрятся хорошо. Но мне просто хотелось сделать их немножко более объемными, метки. Вот. Ну и цвет такой приятный, желтый цвет, винтаж. Если посмотреть поближе, то видно, что метки объемные. Вот. И светятся не только точки и стрелки, светится весь циферблат теперь. И цифры, и метки, то есть смотрится это все очень классно. Конечно, люм не такой мощный, как люм зеленого цвета или бирюзового, но все равно очень эффектно. Такой неплохой апгрейд. Вот. Я сам живу в Германии, поэтому, чтобы не тратить лишнее время, я сразу послал часы на релюм. Светомасса была обновлена. Вот. И они пришли уже такие. В комплекте как бы особо ничего не было. Такая вот коробка стандартная «Восток». Тут у нас она была завернута в такой вот пленке. Инструкция, адреса мастерских. Часы сделаны, посмотрим, сделаны они 5 января, так сказать, в празднике. Вот шифр модели, 22, это, наверное, ширина браслета. Но несмотря на то, что они сделаны после праздников или во время праздников, на качестве это никак не отразилось, потому что ход у них отличный. Вот у нас штамп, печать магазина, командирский ком. 7 февраля они были проданы. 11 февраля они уже дошли до адресата, это просто рекорд. Я считаю, очень хороший результат из Чистополя в Москву. Еще раз спасибо Николаю за хорошую помощь. И он помог выбрать часы, сказал, как все оплатить. Через PayPal все было оплачено, то есть проблем никаких не было. Вот такие вот часы. Я, если честно, для них купил уже заранее браслет, потому что я ожидал худшего от него. Но браслет, кстати, мне очень понравился. Он не рвет так сильно волосы, как стандартный браслет 710-х амфибий. Может быть, за счет его толщины он все-таки смотрится немножко получше. Конечно, есть такое небольшое чувство, что он не очень качественный. Все-таки немного погремушка присутствует в нем. Он не дергает волосы, немного их так подергает иногда. Но все равно намного лучше, чем вот это вот. Браслет я, кстати, этот не выбрасываю, только для того, чтобы показывать вам, какой он качественный. Вот так вот хорошо он сгнется, как вы видите. Вот, ну, тут, в принципе, немного все лучше, но все-таки я менять его пока не собираюсь, потому что он, несмотря на то, что 22 мм шириной, этот браслет немного расширяется к месту крепления браслета, и за счет этого лучший вид, все-таки на руке это все лучше сидит. Поэтому пока что стандартный браслет у меня останется на руке. У меня рука в обхвате 18 сантиметров. И часы эти отлично сидят. Несмотря на то, что сам корпус немножко больше, чем корпус от советской бочки. Все равно они на моей руке отлично сидят. Я думаю, и на меньшей руке будут сидеть отлично. Вот. Ну, тут как бы стандартное оформление. Такой вот циферблат. На солнце он немного переливается. Не так сильно, как у меня есть спецсерия или часы в другом корпусе, в 420, но тоже неплохо, на солнце переливается. Вот, люм дает законченный вид этому циферблату. Очень аккуратно нанесен, светит отлично. Вот, безель я пока менять не буду, стандартный красивый безель. Сделан так же, как и, ну, по дизайну такой же, как и советские бочки. Вообще считаю, на 90-й корпус подходит идеально такой безель. Потом такой же безель со светящейся точкой и голый безель такой же фактуры, как сам корпус. Вот. Именно с этим циферблатом, я считаю, эти три безеля идеально смотрятся. Вот. Конечно, можно сюда поставить такой трехэтажный или какой-нибудь такой массивный безель. Я считаю, все-таки этот безель смотрится немного лучше. Вот. Мне кажется, к такому корпусу, зализанному, такой безель
подходит все-таки лучше. Я не буду его менять, потому что эти безели сейчас выпускаются. Если он испортится, я просто куплю новый. Но так как я часы аккуратно ношу, я не думаю, что он испортится. Сам безель данный из латуни. Вот. Но это не проблема, я считаю. В часах у нас стоит механизм 24-15 с автоподзаводом, 31 камень. Вот. Суточный ход у них по паспорту минус 20 до плюс 60 секунд. В реале они намного точнее идут. Они все-таки немного в плюсе пока еще идут. Но я их только недавно купил, только начал носить. Я думаю, они еще будут немного точнее. Приработают где-то через месяц, и все будет отлично. Вот. Сейчас давайте покажу, как они стоят на руке. Риф пока снимем. Вот, кстати, если хотите, покажу вам в сравнении с рифом по размеру. Вот риф, вот 90-я бочка. В принципе, разница не очень большая. Секундная стрелка у нас, кстати, здесь равномерно ходит. Автоподзавод отлично работает. Достаточно их немного поносить, и уже они на день заряжаются заводом. Вот. Насчет того, как они сидят на руке. Вот так они примерно сидят. В принципе, подо все подходит. Можно и летом носить. Вот. Думаю, из костюма они будут смотреться отлично. Это, конечно, дайверские часы, но я считаю, в комплект у вас это не обязательно. Я считаю, они и под костюм хорошо смотрятся. Ну, такие приятные часы. Качественные. Изготовление, ну, кроме браслета. Браслет, конечно, у нас не самый лучший. Но менять его не буду, потому что все-таки он не рвет волосы. Отлично смотрится, лучше, чем тот же самый Вачаду, который я попробовал поставить на эти часы. У нас в инструкции написано, что рекомендуется его часы заводить раз в неделю. Очень приятно, что даже на самых дешевых амфибиях, на самых дешевых часах Восток есть ручной завод механизма. Сейка, допустим, такого нету. Сейка приходится заводить встряхиванием. Вот механизм 7S36. Тут как бы завод только автоматический. От руки не заведешь. Ну, зато тут есть календарь двойной. С днем недели и с числом. Но это не важно. Ход у этого стока отличный. Я не собираюсь из них лазить, настраивать ход, потому что я уверен, что через несколько недель они будут отлично ходить, если я их буду все время носить. Вот, приятные часы. Стекло у нас легко полируется, как на всех амфибиях. Если поцарапали, можно легко отполировать. Ну, можно просто носить часы аккуратно, и все будет нормально. Дома я, допустим, такие часы носить не буду, потому что жалко будет их об какой-нибудь косяк поцарапать или разбить стекло. Корпус у нас глянцевый. Браслет у нас сам матовый, но есть две глянцевые такие полоски. В принципе, это нормально, я считаю, потому что если бы он был полностью глянцевый, то это было бы слишком много глянца на часах. Он, конечно, не очень такой стабильный, но и не слишком плохого качества. Ну, застежка работает, в принципе, нормально. Ну, она довольно легко открывается, могли бы сделать металл потолще. Вот, у меня есть на примете один браслет, который я вам показывал в своем прошлом обзоре. Вот, я, может быть, его со временем поставлю. Но пока, я думаю, не буду ставить его, потому что все-таки оригинальный браслет смотрится тоже неплохо. То есть часы можно купить и горе не знать. То есть купили, одели, нормально. Не нужны никакие доработки, в принципе. Ну и по цене, как бы, опять же, 2990 рублей, что отличная цена за такие часы. Нет никаких дурацких рисунков на циферблате. Стандартный строгий вид. Вот, так что я считаю, это отличная покупка. Часы эти есть во многих магазинах. Онлайн и офлайн магазины. Я могу порекомендовать покупать всегда свежие часы, которые долго не лежали, чтобы была не загустевшая смазка. Вот, и будут они вас радовать. Как подарок тоже хорошо подходит. Ну, или как просто для себя любимого. Такие часы, думаю, очень подойдут. Так что берите часы, покупайте. Ссылка будет в описании. Всем хорошего дня и до новых видео.